Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Перикла» в партии на 10 человек. Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Спасай страну. Опять войска перегруппировывать. Вот вы там с Сандро воюете, а я с Лавентой все еще воюю. До 5% ее хп доводил, она отбивалась потом. Мне бы твои проблемы, Тимка. Да я понимаю. Да, да. Я думаю, всем бы мои проблемы. Так, а моя лиса была... Кто там? 63, 51, 42. Лёш, я тебя, в принципе, всего вижу. Можно границы? Не, ну, вот 77 у Димки, 60. Тут как бы много кто может. Это ровно. Кто говорит? Кто говорит? Кто? Антон? У Бурга 65. Англия. А, Англия. Это слышно? Не, нормально слышно. Погромче сделать. Да, давай, Антон, сделай погромче. Димка, что ты хочешь за право прохода? Слушай, а при чем тут вот ты меня видишь и право прохода? Ты там будешь мешаться, ходить, оплывай просто и все. Плыви вниз. Я запомню. Что-что? А клетки-то проплыть надо было. Ну даже. Арчи, я тебе даже монумент поставил в Петербурге. Надо? А ты про за какое право прохода? Куда? Наверх. Да я тебя да выношу и на райвер буду просить. Так как? Я тебе думаю, ты победишь, ты всех пойдешь дальше, грека снесешь. Не, Сандра, ну первые два города я тебя забрал быстро. Я думал, не будет так сложно, как оказалось. Ну, потому что они были только поставлены, эти города. Я посмотрел, у тебя там было 130 голды. 10 вход. Да. 4 города, 2 из них я сразу забрал налета. Но я думал, как там пошустрее пойдет дело. У тебя все люксы есть, которые у меня есть, Димка? Я не понимаю, о чем ты. Право прохода. Армия у тебя там сотка была. Не, армия, она просто не отображалась. У меня юниты-то я строил, да, ну просто уже потом, когда на Тонарева пошел. Но я натупил только в одном моменте. Я не открыл мечников, а были воины. То есть я не три хода не хватило. Ну, то есть я пока открывал мечников, ты, собственно, города эти и забрал. А так было бы поинтереснее. Ну, посложнее немножко хотя бы. Грей. Кого ты там играешь-то? За Австралию. Австралия. Рядом с тобой ни одного юнита нет. Да блин, мне нужно право прохода. Ёперный театр. Ты так сразу сказал, что я не понял. По-моему, я так и сказал. Не, я понял, что ты хочешь, ты предлагаешь, чтобы я у тебя купил право прохода. Я ищу и думаю, что за разведчик у меня там бегает у тебя. Да кидай, чё. Блин, я смотрю, через религию вообще не модно стало играть, да? То есть на религию... Она не распространяется, в ней вообще никакого толку нету. Да потому что банить стали этот защитник веры. Защитник веры, крестовый поход, да. Ну так извините, плюс 10 это очень много. Человек строит генерала, плюс 10 еще с религией, ну вообще какой-то ахтунг. Ну... Нет, ну я не знаю, как бы, в чем проблема. Ну да, захватить. Нет, будет. Просто кто, если вы разрешите, крестовый поход, кто будет брать, он будет кидать просто. Построить там один район, это не так уж затратно. И сделать два этих. Да. Это за место генералов будут делать просто два священных, ну, проекта.
И брать крестовый поход, и на тебе не будет не плюс 5, а плюс 10. Даже имбовее, да, получается? Да. При том, что генерал, другие люди тоже могут хоть, хотя, хоть как-то получить, а получается, да. Взял и все. Не, вот с этим плюс 10, там должно быть хотя бы плюс, ну не плюс 10, плюс 5, а плюс... Было бы там, типа плюс 10%, вот это было бы поинтереснее, потому что это бы скалировалось в течение игры. А так, получается, грубо говоря, лучнику дать плюс 10, ну... Ну вот именно, что в пятерке более логично, плюс 15%, да, у генерала. То есть, с одной стороны, как бы и не критично, если у тебя нету генерала, с другой стороны, неплохой бонус, да, типа, почему и нет. Это первый вариант. А второй вариант, мне все-таки больше нравится, что там генералы появляются от того, что ты воюешь, а не от того, что ты построил военный лагерь и там что-то тебе накапало, чтобы у тебя появился генерал. Ну, согласитесь, ты воюешь, у тебя юниты получают экспы и получают очки великого генерала. И вот он у тебя появляется. Кто больше воюет, тот и молодец. The Navy has both a tradition and... Плюс дешевые, очень дешевые проекты. Что такое два хода строить проект? Ну да, кстати. Смотрю на ваши земли, как же вам зашло-то, а? Сандра, ты был мне как друг. Да, ты мне тоже. Все, ребята, пока. Арчи, тебе победы. Да. Догоняю. Давай. Да. Спасибо за игру, пока. Спасибо за игру, пока. Да. О, у меня там с Джеком как раз дружба заканчивается. Ну, у меня пикинеры приходят. Да мне как бы терять нечего, так что. Отстой, предложение от Англии. Да, я вижу. Это в цели звук какой-то, да, что предложение было. Много не видят. Нет, он просто не появляется иногда. Ну или да. Вообще иногда просто не появляется. То есть в пятерке там здоровый шар падал, и прям звук. Сразу понятно все. Так это, ребята, меня не отпустят. Чего это? Чего, тут дуэльку с нами поиграли и все? Типа, хочешь уйти? Ну, бесперспективно, я думаю, сидеть мне тут сколько-то ходов. Так иди кого-нибудь еще захвати. Вот, Леша, был бы ты моим соседом, наверное, по-другому рассуждал. Да. Вот так хорошее предложение. Ща я не вижу. Прям вот так вот, да? А чё нет-то? Так, сейчас. Я, в общем, его имею в виду. Я в ближайшее время о нём подумаю. Просто как бы тут... Что, он тебе союз предлагает? Да. Ну а чё, распилим его? Джек, он тебя ж пикинёр. Чё там пилить, господи? Его забирать надо, а не пилить. Ну заберём, чтобы не мучил.
я просто в другую сторону думаю. Нет, Джек, ну у меня все по таймингу, как раз с тобой только что дружба закончилась, видишь? Я все рассчитал. Круто, что... Джек, а там... Вот мы вот так вот втроем, и дальше слева никого нету, да? Ни слева, ни снизу. Да. Да-да-да. Справа только Польша уже там, да? Да. То есть ты предлагаешь сейчас распилить, а потом ходов через 30 уже воевать, да, за лидерство? Да, здесь какое лидерство там сейчас пока? На другом континенте люди домики строят. У Англии в этой игре вообще, собственно, полуостров. Ну да. Да, я вижу, тут полуостров. Ни хера не получается. Сейчас надо. Надо. Что там у тебя по армии? Я пракую сейчас пикинеров и нормально снесу его этих мамлюков. Интересно. Мне Цива сказал, что надо отправить отчет в Фераксе со сбоя. The more science intervenes in warfare, это значит, что тебя сейчас вылетит с игра. The more will be the need for engineers in the field. The taxpayer. That's the federal government. Игра и вылетел, да. Так, а кого-нибудь пауза там нажимается, что-нибудь делается? Или это сгрузить сейф надо? Сейчас узнаем. А, вот. Ну, я поставил паузу. Не, просто я... Пиля. Тут. Ну, паузу отожми. Покурил, Димка? Димка, смотри, мы сейчас, если объединимся, мы сможем его легко забрать. У меня мушкетеры с пикинерами, как бы. От мамлюков я отобьюсь точно. Плюс у меня есть генеральчик. Ну, генеральчик. Брам-брам-брам. Так что мы бы его выпилили из игры по-быстрому и все. Ну давай твои нижние, мои верхние. Я даже не против. Ну все, договорились тогда. Выпиливай меня полностью. Даже так? Быков вылетел. Кто-то сам выпилился сразу. Так. Продолжаем игру. У нас ушел Арчи, он решил не доигрывать у него там. Ну, потому что сложно в десятером собраться на доигрывание, к сожалению. И проблемы со здоровьем у Ацтека оказались, но вместо него замена. Вместо него замена, так что вместо Димки Бао за ацтеков, кстати, которых я не встретил, будет играть Джесс. Сейчас бы вспомнить вообще, что тут у нас происходит. Так, у меня недостаточно довольства в Кноссе. Тут я строителя завершил строить. Джесс, короткое введение. Мы отпустили, получается, одного игрока, Арчи. Там у тебя должна быть где-то уже почти готова кавалерия. И вот предыдущий игрок, Димка, как бы обещался захватить Каир. Сейчас в таком. И Антанариву. Там либо захватить, либо освободить, не знаешь. Там как тебе удобнее. Ну, в последний момент он признался. Да, подожди. Тихо, помолчи. А больше ничего не хочешь, Джек, добавить? Ну, сразу же после этого он собирался на меня напасть. Нет, он сказал, что он обдумал все это время и решил, что лучше с тобой мир не заключать вообще дружбу и напасть на тебя. Вот такой план был у Ацтека.
Нет, ну это после того, как он захватит этого Арч. Mm-mm. Потому что мы договорились, я увел все войска, потому что, чтобы, так сказать, захватить вот бывшего русского. А у меня у одного не ходит, или это нормально? Да, ну кто-то может не загрузил... Кто... Есть кто-то, кто не загрузился? Пили. А, ну вот, значит, просто один человек еще не загрузился, поэтому ждем. Это нормально. Пропустим. Быстро. Блин, теперь меня начал Саладин ко мне обращаться. Угу. Поздравляшки. Every man should make his son learn some useful trade or profession, so that in these days of changing fortunes, they may have something tangible to fall back upon. Промышленная зона. Чеченицы. Имеет ли мне смысл сейчас что-то менять? Бонус от театральной, от кампуса. Нет, пока ничего не буду. Так, что нам тут? Пророк. Накопился. Чисто в Ереване, просто потому что единственный был. Ну, сейчас будет этот компьютер еще с нами общаться, ну нафиг. Так, куда дальше пойдем? Вообще, конечно, в просвещение надо бы. Так, вот со Спарты могу союз. Австралиец, если тебе деньги понадобятся, то британские короны есть. Какая щедрость. Ну так ты ж моя республика. Просто чтобы ачивку, не ачивку, в смысле, ускорить. Открытие дипломатической службы. Так, а великий художник. Блин, не скоро. Писатель вот будет скоро, а великий художник как-то нет. Спарта, предложение посмотри. Так, еще с кем-нибудь поторговать надо. У меня все печали. Блин, у него все есть. Ход бесконечно, напоминаю. А тут бы вспомнить сначала. Так, это компьютер. Ацтек, может заключим союз, нет? Я смотрю, у нас предложение висит, видимо, с того сейва. Видимо, что-то обсуждалось. Не знаю, вдруг пройдет. Ацтек, я тебе тоже предлагаю, как бы, дружбу. Не надо лишних войн. Божественное вдохновение. Зачем тебе такое предложение? Позволяет покупать. Давайте трудовую дисциплину возьмем. Леш. Что? Для чего такой обмен на ресурсы не такой? Какой? Мне счастье надо, не знаю, какой. Так
каждый люкс просто на 4 города действует. В чем смысл? Да это я понимаю. То есть они не суммируются. Блин, ну здания мне нафиг не нужны. Веры у меня не особо много будет. Давайте, не знаю, религия распространяется дальше. О, ацтеков встретил. Так, мне бы нанмодол, конечно. Так, а почему он мне так вот аж предлагает? Больше, потому что у меня культурных районов дофига. Надо бы... Так, знаете что, давайте мы скаута куда-нибудь сюда отправим. Ой, кажется, подвисло. Блин. У всех игра повисла? Да, да, подвисает игра. Ну, она отвисает, но она подвисает. Ну, с таким переходом, мне кажется, это нереально будет. Мы еще не походили. Да, мы еще не походили. Она внезапно начала подвисать. По какой-то причине. Блин. Трикл, можешь мне взять денег на эти данных? Давай на какой-нибудь ресурс роскоши. И можешь не отдавать. Что ты такое хочешь? Да любой, ну вот чай, например. А, ну да, у меня в городах где-то по плюс 3. Так, а лесопилку я не открыл, что ли, еще? Точно не открыл. Надо открыть. Трех лучников надо создать. Давайте тогда в Афинах. Лучника и в Кносе лучника. Уже как-то скоро 10 минут будем сеять. Ну, блин, тут подвисала игра, я прошу прощения, конечно. Тем более у нас новый игрок, мы надо там все смотреть. Походу ясно будет. Но у меня... А в английском континенте какое-то великое посольство. 4 разведчика из разных стран. Маловато счастья. Да потому что они до чаток дошли.
Да не, я думаю, сейчас мы компакт несем, он будет быстрее. Как бы мне великого художника еще получить? Провести, что ли? And because she was so beautiful. Фестиваль на театральной площади. Так, а в Кносе еще одного лучника надо. Против стрелицы будем держать. Так, нам нужно апостолов. Или достаточно пока миссионеров распространить? Построим храм, все равно понадобится для апостола явно. Если не успеет, то паузу ставить, что как бы на выбора нет. Нет, мне запрещают паузу ставить. Говорят, игра забагуется и все. Что, паузу не повесим? Не висит? Блин, почему он вот этот тормозит? Что это за тормоза? Флаги невероятные. Ну. Ставь паузу, то он через этот ход закончится так. А вот я поставил. Откатить никак, да? Нет. Ну, у него, по идее, должен быть таймер нормальный, да, Пили? У тебя же... Не в конце. Ваш ход и ожидание игрока. Успел. Ничего себе, Греция объявляет войну Аравии. Нет, ну я же... Надо же смысл. Чтобы был у нас минус один комп. Блин, а как они тут воевали? Тут между Аравией и Россией еще Антананариву. То есть Арчи пошел, захватил Антананариву, потом пошел Воронеж, Астрахань эти брал. Ну это, конечно... Это странно.
Ну, 127 культуры, норм. Торонто хочет. Давайте в Торонто отправлю. Неплохая экономика у ацтека, учитывая армию. 82 золота в ход. Круто. Круто, круто, круто. Так. Надо вот тут ферму сделать. В Афинах рост пока завершаем. Лимит жилья наступил, зато можем промышленную зону построить наконец-то. Вот здесь специально это место и не обрабатывал, чтобы промышленную зону там бахнуть. Так, здесь что у нас? Нехватка еды, поэтому строителя. Такой кошмар у меня тут произошел, он так походил. The four characteristics of humanism are curiosity. Не успел я художника все-таки получить. Зрение, химия и случайной промышленной эры. Химия. Что такое? А где химия-то? Ну, не знаю, так себе, по-моему, ученый. Так, тут надо на еду отправить. Из Аргоса. Ну, так. Нам надо на один ход взять скидку на улучшение юнитов. Вот, бонус соседства театральной площади пока заменим. И если заново надо выбирать, тогда будет 50 стоить. Ап.
Мечники. И пикинеры пока вроде не апаются. Что у нас еще есть? Строители, мечники, разведчики, пикинеры, арбалетчики. Все. Так, здесь кампус, потому что куча джунглей. Ой, нет. Не на бананах. New opinions are always suspected and usually opposed. Тут меняем. Without any other reason, but because they are not already common. Так, значит, убираем, возвращаем плюс 100. Беру плюс 100% науки от кампуса вместо плюс 2 золота от торговых путей. Сейчас, кстати, золота станет немного. И где тут бонус соседства? Центр коммерции, вот театральная площадь. Было 49, стало 28, да. Теперь денежки будем беречь. А я еще великого торговца не получил. Так, надо ускорить получение великого торговца. Давайте-ка пока... Давайте меркантилизм вообще. Тут, значит, устроим... Инвестиции в центр коммерции, два хода. Блин. Ну и места. В Эритрии 0. Так, в Кносе какой-то район надо будет построить. Наверное, тоже промышленную зону построю. Пять, шесть. Вот тут, наверное, построю. I saw a bank. Так, банковское дело. Что дальше? Давайте-ка книгопечатание попробуем запретный город построить.
Там дети носятся на улице. Так, промышленную зону построил. Давайте. О, тут нету коммерческой. Есть центр коммерции. Ну и почему инвестиции нельзя сделать? Странно. Давайте тогда художественный музей. Так, мне надо астрономию еще открыть. Построить. Лео, посмотри, пожалуйста, предложение. Построить университет рядом с горой. Алгамебру кто построил, что ты пропустил? Альгамбру? Альгамебру называем, да. Я тоже прощелкал. О, у меня еще Быков, кампус не построен, пожалуйста. В Афинах. Это от Англии. Ацтек построил. Спасибо. Греки и иудеи. Все по фэншую. Слушайте, выносить там компьютера быстрее. У меня каждый ход предложениями спамит. Так принял его, да и все. Я его дружбу принял. О, есть торговец. In a market economy, however, the individual has some possibility of escaping from the power of the state. Плюс 100, культура, жилье. Я бы ничего не менял, честно говоря. Хочется, конечно, плюс 4 от торговых путей, но не в этот раз. Так, давайте строительную инженерию, потом оперу и балет, видимо. О, инженер. Нет, этот инженер мне не нужен. Дает двух послов. Отлично. Так, Карфаген. Никто тут пока ничего не посылает. А вот в Нанмадол я посылаю. 142 культуры вход. Е-е-е. Не буду тут вырубать джунгли, хоть и на реке, но тут у меня кампус строится. Будет хоть какой-то бонус кампусу давать. Так. Ну, блин, зря тут только строил шахту. Сейчас
сначала водяную мельницу, а потом университет. The pen might not be mightier than this. Художника наймем. Поздновато чуть-чуть. Мне он был немножко раньше нужен, чтобы ускорить, но что поделать. Так, теперь Аргус университет. Да. И можно на еду поставить. Захватили, зачем? Кто это? Блин. Ацтек построил. Отзовись. Запретный Польша. Город. Польша, все, ты мне враг. Плати компенсацию. Там было 6 послов. Выплачу, выплачу обязательно. Хорошо. Слишком много вы с ним получали. Мне 7. Блин. Блин, 20 кол потерял. А кто там еще был поляк у Хатуса? Так, и куя бонус с Нанмадола. Наши районы на побережье или возле него дают две культуры. А у меня есть на побережье? У меня вообще побережье у меня в принципе есть. Но районов на побережье, по-моему, нету. Как ни странно. А есть вообще еще научные ГГшки у нас, кроме Хатуса, бывший? Был Стокгольм, но его захватили. Ладно. Паритет так паритет. Вообще в этой игре что-то ГГшек кучу позахватывали. Стокгольм, Кумаси, Антананариву, Хатуса. Еще есть? Антистек, ну что, ты будешь нападать на этого, на араба? Угу. Кстати, эта армия, которая около него стоит, ты прям на изи его заберешь. Ну что, у тебя Джек не очень идет, я смотрю. Да мне какие-то скайеры, мамлюки взяли, ко мне прибежали. Так у тебя гоплиты есть, бей их. Я просто не очень понимаю, как можно пикинерами тут против мамлюков особо, по-моему, не повоюешь, нет? Ты прям 4 юнитами хочешь его захватить, м? Ацтек позволил забрать Хатусу. Ого. Слушайте, а что это вот в замках за технология замки, да? Вот посмотрите, если навести на звездочку, бонус к культуре от соседства с Великой Стеной. Это вообще о чем? У Китая. А, это чисто китайский бонус. A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete укрепления и плюс... Можно строить фермы на лугах с холмами и равнинах с холмами. Вот так вот.
Город с населением 15, я, наверное, вряд ли до открытия урбанизации смогу сделать. Так что просто пойдем в урбанизацию. О, а что, теперь можно... А, нет. Показалось, что можно одновременно археологический музей... Я просто художественно еще не построил. Новые задания у меня больше просто информации будет, если они согласятся. Так, посмотрим, что у нас в городе. Нет, ты там. Строй поле этого разведчика, плыви. Смотри. Что, никому ученый не нужен, да? Горы разве? Там клетку с чудом природы. Ну, чудо. Как бы его еще до него дойти надо, плыть. Расскажите, где какие чудеса есть? Я, может, возьму. Отстань, люксы, Англия. У перса есть чудо. Какое? На две клетки или на одну? На одну. Которая озеро Крейтер. Знаете, возьму. Да, супер чудо. Почему нет?
Понял. Цивилизация Ацтеки... Такое сообщение вообще. Цивилизация Ацтеки расширяется, основывая город Антананариво. То, что он его захватил, это как бы нет, да? Историю пишет победителя. Именно. А, вот, что-то, например. Вот чудо. Вот лучше так сделаем. Чтобы у меня ученый мог плавать. Несчастье. Рота, дружба на сколько? На 25 подписывается, да? Кто знает, сколько длится дружба? Да, да. 25. 20 или 25, я точно не скажу. Долго. Ты что, камни собрался? И у Англии спрашиваешь, куда Англия собралась с 233 армией? Я перепутал. Не понял, я же построил художественный музей. Вся дружба так активно подписывает. А, не достроил, блин. There is nothing but a plank between a sailor and eternity. It is nationalism which engenders nations, and not the other way around. Нет, пока ничего не меняю, и тут оперу и балет открою. Так, две полевых пушки. Где они находятся? Это бомбарда, полевые пушки вот там. Далековато. Перикл, я понял своего разведчика, который между Каиром и Тиайо. I beheld the Нет, тут чеченица как-то мало даст. Эти шпиона еще одного.
Ну, попробуем кучу туризма насобирать, хотя я думаю, это не так весело будет, потому что ополчаться против меня. Ну да, у меня тут больше всех очков, конечно, валит. Opera is when a guy gets stabbed in the back and, instead of bleeding, opera is when a guy gets stabbed in the back and, instead of bleeding. Так, 100% культуры. То есть, если я заменю бонусы от соседства для театральной площади, что получится? Быков, а ну совет ради нужным. Спасибо. Блин, меньше стало. Я ж на своем острове, зачем мне она? Так, давайте, наверное, жить Торонто. Давайте проверим. Нет, сюда никто не кидает. Что Торонто хочет? Инженера, фрегат, озарение для военной науки, торговый путь в Карфаген. Надо, кстати, сделать. И тут озарение для военной науки. Лиссабон и Нанмадоваш оба хотят. Так, что за военная наука? Так тут? Да, я здесь. Не будешь, да, дружить? Жди врага при помощи рыцаря, блин. Как раз что? Жопа. Дружбу кидал тебе. Палек, да? This intelligence brought us back. Отстой, ты тут несешь? Воронеж, Астрахани. Ну, я собирался Воронеж забрать. Себе? Себе, естественно. Ну, Астрахань ты разрушишь? Ну да, мне не нужна. Если хочешь, можешь ее забрать. Да не, разрушай. Ну, я уже к корпусу могу. Я не понял, что ты попал. Дружбу сказал. Видимо, нет, да? Я согласен. Сейчас, подожди, просто не успею уже на эту ходу. Ну, хорошо, если тогда принимай и кидай на люксы обмен. Да ладно. Так, раз корпус. Два корпус.
Есть пикинеры. Без промоушена. Двоечка. Так, ускорение мобилизации сделали. Все, Иероним Босх все свои три шедевра создал в моей. Ага, тут уже. Там уже на производство надо. Так, Кнос. Какие три мастерских? Лесопилка, университет рядом с горой при помощи рыцаря. На свою территорию военного инженера. Так, нам нужен военный инженер, собственно. Давайте мы один археологический музей построим. Но только один. Быстро пробежимся. 1.13.6.9. В Эфес, наверное, надо отправить. Не успел, что ли, блин? Not all who wander are lost. Ну, кто-то решил стать его сюзереном. То есть мне нету смысла, что ваши районы на побережье. Хотя каждый союзный мне город дает мне 2%. Кстати, да, мне надо быть сюзереном. Все-таки. Поляк, это от Англии предложение. Я забуду про город, который ты захватил, Татуса, если ты сделаешь вот этот обмен актуальным. У тебя двойные. Не знаю, поляк, пускай он свою память тренирует, правильно, и не забывает. Лан акбала битаднис ал. Спасибо, поляк, наши отношения на прежнем уровне. Так мне тоже нужен люксовый. Хорошее предложение. А у тебя не было разве этого люкса? В одном экземпляре. Упс.
общем, английский флот сейчас нападет на Амстердам. Кто хочет помочь, присоединяйтесь. По реке пойдешь, через Мельбурн. Как бы я уже стою под границами с флотом мощным. Амстердама? Ну, насчет мощного флота ты погорячился. Ну, истина познается в сравнении. What can be labeled package? It's the industrial revolution and the growth. Посмотрите, я, может, с кем-то там торговать могу. За счастье. Так, мне надо форты построить. А вроде неплохой флот. У меня только один вопрос. А удержать ты это чем собираешься? В чем мне смысле? Надо удержать. Я просто хочу выдержать. Ну, ты захватишь Канберу, я ее верну обратно. Хорошо. Ну... Окей. Рок там будет скакать, знаешь как? Перс может подключиться, Лёша может подключиться. Перс может только проспонсировать. Только зачем это им? Ну да. Потому что потом Австралия развернется в мою сторону. Так, стоп, а мы не банили стаки генералов, там, флотоводцев? Это генералы из разных эпох. Флотоводцы не играют, нельзя. Ну, флотоводцы не банятся, только генералы. Это что за интересные правила? А чем они отличаются? Вообще-то банятся, но это у меня адмиралы из разных эпох. Так, не знаю, я никогда не банили. Если они оба действуют на один и тот же юнит, то, по идее, не банятся. Банятся. У тебя один действует на фрегат, а другой на броненосец? Нет. Они разных эпох. То есть они не соединяются. Их. Ну тогда там две разные эпохи должны быть. В чем-то смысл их держать вообще? Ну не знаю, спроси. Есть смысл. Может поймешь как-нибудь. Распространяться не собираюсь. Я могу предположить, что он им этим занимался. Исследование. Австралия, а вот твоя кавалерия у моей границы, это к чему тут? Это охрана. Как бы я не против разведывания, в которыми ты палишь, но давай кавалерию не будем держать. Ты заметь, я-то не держу. Следующим ходом, Лёш. Ну, естественно, сейчас уже закончился таймер. Я что-то нажал, что принял. Проверил спел. И до этого доходит. Раз, два, три, доходит. Тут доходит. Раз, два, три, четыре, доходит. Два, три, пять. Вот до Эфеса не будет долетать, к сожалению. О, Греция в промышленной эре. Да, слушай, австралийца, мы можем по отсчету воевать? Просто так сейчас вышло, что когда прогрузка у меня только появилась, ты уже обстрелял 3 или 4 юнитами. Было бы благородно с твоей стороны уравнять шансы. Давай, я не против. Прости, можешь повторить? Я не против. Хорошо, тогда подсчет после следующего таймера.
Ну теперь я тебе могу сказать, зачем я держал этого флотоводца. Он дает при использовании один бонус. Бонусный уровень. Хилка. Прокачка. Так, что тут у нас? Чё-то два форда, две бомбарды создать. Просто я вот посмотрел на этот город Брисбен, где... А, уже нифига себе, уже 6 австралийских ферм под Петрой. Вообще супер. Это 6 клеток, 3, 3, 2. Нормально? Да, мы видим. Хороший город, кто взял его, конечно. Ну, теперь как раз в этом городе соточка промки. Так что... Сотка, нихера себе, извиняюсь. А разве будет работать, если кто-то другой возьмет? Почему нет? Не уничтожится же. Ну, то есть эти фермы останутся австралийскими такими, они будут... Они уничтожатся. Любое строение, как вот если взять перцы, у меня мои вот эти вот улучшения на культуру и золото, которые строятся, при взять моих городов уничтожить. Ну ты в курсе, что ты австралийцу дал? У меня, по-моему, летит ацтек. Готов к подсчету? Да, давай, считаю. Раз, два, три. Мне кажется, ацтек идет просто вот какую-то теху вышел. Блин, вот странно, артиллерия, катапульты могут кидать через холмы, а фрегаты нет. Там скорее смысл не то, что через холмы, а то, что они видят юнит. Ты видишь тот юнит, нет? Конечно, вижу. Я понимаю, что такой слепой юнит обстреливает. Подсчетов странно. У меня вообще арсенка. Да, есть такое. Что-то загрузка. Нам пока не пишут, что у вас рассинхрон. Да, у пятерых человек рассинхрон. А, то есть у всех, кроме меня. Круто.
Британец отошел пока. Чайку налить. Минута. Да блин, почему я там не могу ничего сделать? Ну елки-палки, ну. Хрень какая-то. Так, а почему я форт не могу построить. Что, ходит у нас, не? Я гружусь. Британцы ходят. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.